Друзья, всем привет! С вами Дмитрий Кухтенков. Сегодня поделюсь с вами такими фишками, как раскрутить свое видео на канале YouTube. Вот, как видите, у меня ролик набрал почти уже 16 тысяч просмотров. Вот, с помощью чего, в принципе, я этого добивался. Вот, смотрите, первое обязательное условие, да, когда вы добавили видео на свой канал. Вот. Обязательно, кстати, да, должна быть у вас такая подписочка, да, чтобы люди могли подписываться на ваш канал. Это делается с помощью аннотации. Вот, добавить аннотацию. Вот. Но это в следующем видео расскажу. Вот, то есть это нужно сделать, чтобы люди, когда будут просматривать видео, они могли подписаться на ваш канал. Соответственно, у вас просмотров будет уже больше, потому что люди постоянно, которые подписаны на ваш канал, они будут просматривать ваши видео. Это первое, что нужно сделать. Второе, обязательно нужно нажать кнопочку «Мне нравится», вот, и поделиться своим видео в социальных сетях. То есть у вас появятся такие кнопочки, вы должны быть зарегистрированы обязательно в этих социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Google+, вот, желательно во всех. Вот. И каждую кнопочку нажимаете, у вас появляется вот такое окошечко, здесь обязательно пишите свой качественный комментарий, вот, и нажимаете кнопочку «Отправить». И то же самое проделываете вот со всеми вот этими кнопочками. Вот. Обязательно нужно добавить ваше видео в избранное, вот. Разместить нужно видео ВКонтакте. Вот, попросить друзей, чтобы они добавили ваше видео в избранное, если у них есть свой канал в YouTube, если у них есть свой аккаунт ВКонтакте, в Одноклассниках, то есть всех своих друзей добавить, чтобы запустить вирусный эффект. Вот. И что еще? И разместить ваше видео на других сайтах, но именно ссылку, да, вот этого именно ролика. Это можно сделать ВКонтакте, это можно сделать в Яндекс.Видео, в Мир Тесен в социальной сети, по-моему, и в Моем Мире. Вот. Но это я в следующем уроке, наверное, расскажу. Вот. В принципе, наверное, на этом все. Всем пока, всем удачи. С вами был Дмитрий Кухтенков.